Народные контролеры. Так себя прозвали жильцы 80-го дома по улице Алексея Толстого в Самаре. Все вместе они поучаствовали в программе формирования комфортной городской среды, разработали проект, а сейчас пристально наблюдают за ходом работ по асфальтированию двора и внутриквартальных проездов, а также установке малых архитектурных форм. С нами согласовывали работы. Как видите, все идет по плану. Двор преображается. Сейчас заделают асфальт. Приедут вазоны. После вазонов приедет грунт и начнется уже детская площадка. Кроме жителей, работы контролируют представители администрации и общественники. И здесь я присутствую как раз с целью мониторинга всех проводимых работ, потому что я являюсь представителем общественности. Администрация города работает очень хорошо. Только в Самарском районе в этом году комплексно преображается 6 дворовых территорий. Кроме того, в нескольких дворах обновят проезды и дороги. По асфальтировке у нас в этом году по плану 21 двор. Все у нас идет по плану. 1 сентября мы планируем все дворы жителям сдать и внутриквартальные проезды. Также к 1 сентября мы планируем закончить 6 дворов по программе формирования комфортной городской среды. Всего в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразятся порядка 50 дворов во всех внутригородских районах Самары. Ольга Хамракулова, «События».